Всем привет и добро пожаловать на мой проект «Записки натуриста». С вами Мила. Я продолжаю путешествие по Черногории. Сейчас мы в Бота-Которской бухте, где-то между Тивотом и Паровом. Ну, в общем, короче, где-то здесь, потому что мы каждый раз ездим, ищем какое-нибудь место. И поверьте, здесь их много. Конечно, в самих городах очень много пляжей, платных пляжей, лежанки. Но для того, чтобы отдохнуть нудисту, всегда можно найти вот такую возможность подъехать. Там есть сверху парковки, два шага спуститься. И вот такое вот местечко, где можно вполне поплавать, позагорать. И тут никого нет, тебе здесь никто не мешает. Замечательный отдых. Как вы проходите лето? Проводите ли это как? Пишите в своих комментариях, вы уже были на море или нет. Ну а сейчас давайте мы посмотрим, что у нас в воде. Там очень замечательные ракушки, очень красивые такие мини-кораллы. Я вам сейчас их покажу. Ну и, естественно, тем, кто придет ко мне на Patreon, увидит гораздо больше. Ребята, до встречи на Патреоне. Конечно, там будет полное видео. Ну а сейчас давайте смотреть ракушки. Я вам сейчас покажу вообще море. Я сейчас покажу, что находится под водой. Какая у нас вообще вода. На самом деле она очень чистая. Давайте смотреть. Давайте посмотрим. Пляжи тут каменистые. Смотрите, какая чистейшая вода. Вот такие вот здесь ракушечки. Вот эту я трогать не буду. Это просто лежит. Я вот вам под водой ее покажу, видно. Я не хочу ее из воды вытаскивать, потому что она живая. Но она, я ее не отрывала, она так сама уже болталась. Вот, смотрите, какое чистое море, чистейшее море. Помните, я вам говорила про ежиков? Вот ежиков тут не наблюдается. Я за ними тут смотрю. Но все равно я на всякий случай, конечно же, в тапочках, потому что, ну, во-первых, камушки, они достаточно твердые, не очень приятные, они не гладкие. Поэтому и на всякий случай, мало ли кто здесь будет, потому что рыб много. Вот здесь еще есть очень интересные вещи, посмотрите. Вот такие. Вот. Они красивые. Вот их можно трогать, они небезопасные. Камушки вот такого цвета. И самое главное, что даже если одеть маску, то совсем недалеко от берега очень-очень много видно сразу рыб. Так что чистейшее море, прозрачное. Приезжайте, отдыхайте в Черногории. Вы везде здесь найдете место для голого отдыха. До встречи в следующих видео. Всем пока-пока. И, конечно же, welcome my Patreon. Bye!